Люди, выбравшие своей профессии нелегкое, но благородное и очень нужное дело оказывать помощь тем, кто в ней нуждается, накануне принимали поздравления с профессиональным праздником. Искренние слова благодарности и признательности прозвучали в адрес 15 лучших специалистов Московского района города. Здесь не может работать человек, который, наверное, не будет воспринимать чужую боль как свою, потому что это люди с открытой сердцем. Поэтому мне очень приятно сегодня прийти и этих людей поздравить с их профессиональным праздником. Хочу пожелать им, чтобы и в их жизни всегда к ним относились таким же открытым сердцем, как они относятся с теми, с кем они работают. Мы награждаем самых лучших этих работников. Это и работники отдела социальной защиты и администрации Московского района, и территориального центра Московского района города Бреста, те, которые непосредственно работают с этими людьми. Если взять в отделе соцзащиты, то на каждого работника приходится, вот, например, служба, порядка 5000 жителей. То есть объем работы делать большой. В 2020 году социальная служба приняла дополнительные меры для защиты пожилых людей и инвалидов от вирусных заболеваний. Начиная с марта, территориальные центры социального обслуживания населения организовали доставку на дом продуктов питания, предметов первой необходимости и лекарств пожилым гражданам, одиноко проживающим и инвалидам. Работа проводилась в тесном сотрудничестве с Белорусским обществом Красного Креста, Белорусским республиканским союзом молодежи и другими общественными организациями. Одновременно с этим территориальные центры продолжили социальное обслуживание на дому. Пандемия оказала влияние и на деятельность всей системы, и в частности и на жизнь вот этих домов, стационарных учреждений системы социальной защиты населения. Самое главное, что работники, никто никуда не ушел, никто не уволился, все равно продолжали оказывать помощь нашим пациентам. Вот. Ну, конечно, были разработаны условия специальные инструкции, по ним они работали, слава богу, в основном справились с ситуацией. Премии, награды, цветы получили преданные своему делу работники социальной защиты. Это люди с большим сердцем и доброй душой, те, кто всегда придут на помощь. Среди них Ирина Мычко. Женщина работает в этой сфере уже 9-й год. Искреннее поздравление в свой профессиональный праздник она получила не только от руководства администрации. Кто пользуется телефоном, то есть смартфонами, и даже смски такие присылали, что я, честно говоря, просто плакала. Потому что настолько были такие радостные смски. То есть, дорогая доченька, поздравляем тебя, у меня одна подопечная написала. Мне просто действительно было настолько приятно, что я не ожидала, честно сказать. Мои все сегодня перезвонили люди, все поздравили, было очень приятно. Даже вот кого даже подменяла, эту люди звонили, поздравляли. Очень приятно и очень, конечно, эмоции перекрестывают. Социальный работник – человек, который постоянно делится с другими своей теплотой и добротой. Заботится о тех, кто не имеет возможности самостоятельно справиться с трудностями и старается помочь всем тем, кому необходима поддержка и помощь. А их подопечные, в свою очередь, отвечают тем же. Ирина Кузьмич, Александр Воронин, Александр Макаревич, телекомпания МУК-ТВ.